Каков потенциал развития и какие факторы тормозят российскую экономику? Как современные условия оказывают влияние на экономику страны? Эти и другие вопросы поднимались в докладах участников пленарного заседания, в котором участвовали молодые ученые из различных уголков нашей Родины. Проведение форума стало возможным благодаря финансовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи, грант от которого получила студентка 4-го курса Карачаево-Черкесского госуниверситета Изабелла Каркмазова. Актуальность нашего проекта, нашего форума заключается в том, что, как мы все знаем, пандемия коронавируса способствовала появлению кризисных явлений во всех сферах жизни общества, с одной стороны, а с другой стороны, она открыла новый горизонт развития экономики и бизнеса, а также технологии управления, которые будут связаны уже с развитием IT-технологий и онлайн-форматов. В рамках экспертных докладов были рассмотрены ресурсный, капитальный и человеческий потенциал экономики Российской Федерации, состояние нефтегазового комплекса, машиностроения, наукоемких высокотехнологичных комплексов и так далее. Также были затронуты вопросы развития экономики в условиях пандемии. Целью проведения данной конференции является обсуждение проблем, которые связаны, насущных проблем, связанных с тенденциями развития экономики управления, которые изменились в связи с пандемией. И молодые ученые будут делиться своим мнением насчет ситуации в стране, насчет того, как будет развиваться бизнес, как будет развиваться экономика, управленческие технологии. Выступления экспертов вызвали позитивную реакцию аудитории. Многих заинтересовали актуальность и новаторские подходы к развитию экономики и управления, озвученные авторами. Было задано много вопросов, шло живое общение спикеров и слушателей. 3 года подряд мы приезжаем в Карачаево-Черкесский государственный университет. И, можно сказать, очень гостеприимный народ, очень полезная и плодотворная работа для наших студентов и участников данной конференции. Также в рамках конференции состоялись секционные заседания и публичные лекции. А еще для участников был организован экскурсионный выезд в поселок Архыз. Мадина Лайпанова, Олег Молхожев, Архыз 24.